София вернулась. Да, тетя София сам вернулась. Софиша с нами. Сестренка моя. Да, привет, ребята. Я вернулась. Лайк за возвращение тети Софисан. Да, 23 дня меня не было с вами. А на этом канале еще дольше. Но на канале Magic Family Аня рассказала про то, как я болела. Показала и даже поругала подписчиков за то, что они писали, что я уже умерла. Ссылка в описании. Юмичу, ты про что? Про видео, где ты болела. Ну, я думаю, они и так посмотрят. Ребятам же не все равно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. София, они все за тебя переживали. Спасибо, собачий бог. Да, ребят, спасибо всем. Но у меня вопрос. У вас что здесь, пока меня не было, апокалипсис случился? А, Ань? Почему это? Все полки пустые, наших украшений нет. А тут какой-то бардак. Да, Ань, что это такое-то? А вы вообще-то обещали подписчикам к Новому году готовиться. Вот этим мы сегодня и займемся. Нарядим елку и украсим комнату. А я думала, мы вкусняшки будем есть. Я буду ответственная за гирлянды. Ну что, готовы? Да, капитан. Готовы, капитан. Между прочим, этот год собаки. А цвета этого Нового года красно-белые. Киса, Алиса, не грызи фонарики. Хочу и грызу. Я ответственная за фонарики. Да ты ж поранишься. Я же за тебя переживаю. Правда, что ли? Конечно, это же опасно. Ни гирлянды, ни фонарики, ничего не загрызть. Неправда. Правда, киса, Алиса, Софиша права. Вот видишь, я же говорю тебе. Так что давай не хулигань. Тогда я буду грызть вот эти ленточки. Ань! Что, Юмичу? А ты уже на главный канал Magic Family выложила наше видео про зимнюю прогулку? Ты про то, как ты впервые увидела снег? Она выложила, Юмичу, я видела сама. Как мы нарядные гуляли на улице. Я так давно на улице не была. Потом посмотрим это видео, ладно? Смотрите, какие у нас есть фонарики и сосульки. Ну просто это был мой первый раз. Мне же обидно. Если ребята не посмотрят, как я эпично ходила по льду и прыгала по деревьям зимой. Юмичу, ребята обязательно посмотрят. Я же говорю, ссылку в описании я оставила. Давайте уже заниматься новогодним декором. Несъедобное. Это декор, Юмичу. И сосулечки. Они точно посмотрят мои видео. Юмичу, успокойся. Обещаешь? Я, по-моему, пропустила очень много роликов и на твоем канале. Да, Софиш. А я наконец-то посмотрела первые всех. Ролик про анимых родителей и про тайные отношения с подписчиками. Видишь, Юмичу, киса Алиса и без тебя теперь сама первее всех смотрит ролики на других каналах. Смотрите, у нас тут есть вот такие вот носочки новогодние. Два носочка. Я думаю, ими мы прикроем низ от елки. А еще у нас есть вот такая вот новогодняя шапочка, но она нам сейчас не нужна. А что это Алиса первее меня ролики смотрит? А вот я не знаю, Юмичу, видимо, она решила быть первее тебя. Про твоих папу и маму я ролик видела. А вот про тайные отношения с подписчиками. Смотрите, какая у нас есть коробочка, ее нам подписчица прислала, кстати. Почему я не видела этот ролик? Ты ссылку на него давала? Юмичу, да успокойся же ты. Я в описании его оставила. Что ты сегодня так нервничаешь? А еще у нас есть очень красивый новогодний букетик из конфеток Рафаэлла. Как это киса Алиса посмотрела ролики перед меня? Юми, успокойся. Можно медвежонок будет мой? Нет, мой. Нет, он будет мой. Вот такие у нас есть бантики серебряные. А еще у нас есть вот такой вот носочек от подписчицы. Юми, отдай, отдай. Нет, тетя Софи, не отдам. Это будет мой подписочный колокольчик. Подписочный колокольчик, это значит, что я его показываю вот так вот, ну, Юми. Юмичу, хватит все тут делать подписочным. Я его показываю, я вот так вот, динь, подпишись и колокольчик выжми. Ох, Юмичу. Тогда у меня подписочные бантики будут. Это будет мой первый Новый год. Первая зима, первый Новый год придет скоро. А давайте попросим ребят в комментарии написать что-нибудь новогоднее. Юми, что ты делаешь? Я проверяю, бантики съедобные или нет. Юмичу. Ну, чё, ну, ладно, ладно. Вы собираетесь вообще что-нибудь делать? Смотрите, какая у нас есть новогодняя варежка. Подписочная? Нет, Юмичу. Ладно, правда, давайте уже начинать. Так, Ань. Что, Эйвен? Елка. Точно, Ань, мы что, зря влог снимали в лесу, что ли? Где елка-то? Мы что, елку-то не срубили? А по-вашему, мы должны были елку срубить? Мы против сруба елок. Мы пользуемся искусственными елками, ребята, запомните. Вот она, наша елочка. Она просто была упакована, целый год лежала. Дом нападает на кису Алису. Что там происходит? Да у нас постоянно так, не переживай. Ух ты, Эйвен, что это такое? Это я вырастил вот такие вот кристаллы. И вот что у меня получилось. Крутая штука! Юми, не лежи! Ну я так, проверить. Кстати, твои кристаллы могут даже стать новогодним украшением. Юми, слезь с моей головы, пожалуйста. Не могу. Ох, Юмичу, что вообще тут происходит? Я думаю, тут происходит. Аня потом все и так сама сделает, а нам лень. Опрос. Опять опрос. Вы просто ленитесь, ничего не хотите делать. Это сильный аргумент. А киса Алиса кошка? Нет, неправда, я собака. Нападаю. Киса Алиса кошка, а не собака. Нет, неправда, я сейчас да, кошка. Эй, ну хватит уже, а? Так, все, ребята, я начинаю распаковывать нашу елку, и мы начнем ее украшать. Елочка, гори. Эйвен, она еще даже не наряжена. Я решила так, чтобы сэкономить время, я буду наряжать елку, а вы будете украшать комнату. Это же первый Новый год моей дочери Юмичу. Да, и Васик, ты такой хороший. Первый снег вчера увидела, сегодня первый Новый год. Новый год не сегодня, Юмичу, он 31 декабря. А на тебя еще и искусственный снег насыпался. И правда, она очень похожа на настоящую. Давайте ее наряжать. И у кисы Алисы тоже первый Новый год. И у Миши первый Новый год с нами. Так, давайте выбираем игрушки. Ань, тут столько разных игрушек, я даже не знаю, какие выбрать, тут их так много.
Ну, смотрите, у нас есть вот такие вот сердечки. У нас есть елочки красненькие. Главное взять красные и белые цвета этого года. Вот такой ангелочек у нас есть. Что еще? А еще есть серебряные снежиночки. Это как раз у нас будет белый цвет. А вот эти шарики, мне кажется, будут большеватые для нашей елки. Да, используем их для чего-нибудь другого. Пришел елка-проверяльщик-то. Елка не настоящая, но очень хорошая. Ее можно грызть. Киса Алиса, вы правда с Юмичу как сестры просто. Давай начинай уже украшать елку. Юми, ты хотела подписочные колокольчики? Я нашла тебе настоящие, звенящие, а не пластмассовые. Честь меня, повесь мою новогоднюю игрушку первой, потому что это мой первый Новый год. Хорошо, давай. Эх, первая игрушечка на елке. Так нечестно. Это мой тоже первый Новый год. Ну ладно, ладно, киса Алиса, ну не злись. Вот, на тебе сердечко. Твое сердечко будет вторым. Сердечко, давай, вешай его, а то я сгрызу эту елку. Вторая игрушка на елке от кисы Алисы. Я собака. Киса Алиса, ты не собака, и хватит есть гирлянды. Этот год мой, потому что я собака, настоящая. Ну что ж, ребята, я наконец-то нарядила нашу елочку. Смотрите, какая она красивая, и у нас наверху вот такой серебряный бантик. Ань, а как же огоньки? Вот они, наши фонарики, и сейчас я ими украшу елочку. А пупенная елка у нас. Я первый раз вижу елку. А теперь точно елочка, зажгись. А киса Алиса-то где? Она же елку не видела. Киса Алиса? Киса, Алиса, иди смотреть на елку. Эй, кто там нападает на мой штаб? Ух ты, крутая елка. А я украсила свою полочку. Пойдем, Ань, покажу. Смотри, я тут положила букет и вот такую коробочку с украшениями новогодними, новогоднюю. Какая ты молодец. А еще тут у меня подсвечник сердечко. И снежинки наклеила на стену. И конечки какие поставила. Я молодец, я заслужила погрызть гирлянды. Так, ребята, раз вы такие лентяи, я придумываю украшения. Ну можно же полениться перед Новым годом-то. Мне лениться нельзя. Так вот, смотрите, что я придумала. Мы берем стеклянную вазу, а в нее кладем новогоднюю мишуру и вот такие вот фонарики красненькие. Они на батарейках, и они будут в этой вазочке гореть. Сейчас зажжем их, засунем обратно и вставим туда букетик из вот таких вот штучек. Прикольно получается. На надпись Magic Family я повесила носочек, а на другой уголок варежку. Кто-то из вас уже приклеил здесь снежинки, вы молодцы, хоть что-то сделали. А символ Нового года... Собака! И у нас символом будет вот такая вот игрушка Handmade Софиши. Круто, спасибо. Поставим ее вот сюда к надписи. А это что такое? Это маски, Юмичу. Ты что, масок никогда не видела? Да, это вот такие две серебряные масочки я купила себе на Новый год. Я знаю, куда нужно положить маски. Да, Юмичу, я с тобой согласна, они будут лежать вот здесь на полочке с другими украшениями и нашей фирменной лошадкой. А еще тут новогодний сундучок с нашими шариками. А вот здесь рамочка от подписчицы, в которой, кстати, вставлены фотки из вашего инстаграма и другой прикольный декор. И даже кристаллы Эйвона тут, и другие всякие штучки, и олень. Ань, а самое главное на Новый год это то, что светится, ну? Ну, на елке у нас фонарики есть, у нас есть вот такая светодиодная лента, а еще вот такие вот сосульки. А на любимую палатку кисы Алисы я тоже зацепила бантик. Что это такое? У меня пол светится. Нет. Не может быть. Вот так вот я разложила тут нашу светодиодную ленту, а еще повесила вот здесь вот, где коллекция всяких игрушечек, сосулечки. И сверху вот здесь они свисают с полок. Разложим мы тут всякие тоже новогодние штуки. И красную гирлянду, и шарик. Все, отлично. Только, ребят, не забудьте, пожалуйста, посмотреть видео, как я в первый раз гуляла зимой. Это мы были... Это моя первая зима, ну вы понимаете, мы уже тоже были маленькие. Так, давай вот тут вот все разложим гирляндочки аккуратненько и шарик положим. Отлично. Все, супер, мы все сделали, мы молодцы. Ребята, я там ссылки в описании. Юмичу, да успокойся уже. Ну, Новый год, типа, ну это... Новый год будет только 31 числа. Да вот, Юмичу. А день рождения у тебя 27-го, а сегодня только начало декабря. Ну и что? А, я не могу, меня этот вопрос сводит с ума. Какой, Юмичу? А, не могу. Ну, как ты сделала надпись? Какую надпись? Да, вот эту вот, которая вначале была с Рики и Лаки. Я никак не могу этого просто понять даже. Я взяла вот такие вот новогодние проволочки, которые купила еще в прошлом году в фикс прайсе. А потом я взяла ваш пластилин красный. Потом я просто взяла и сделала из этой проволоки буковки. А чтобы буковки были потолще и помощнее, я обернула их еще раз такими же проволочками в два слоя. Так можно сделать любую новогоднюю букву. Потом я взяла пластилин, скатала его и вставила эту буковку как бы в подставочку из пластилина. И получилась ваша надпись. Только сейчас буковки лежат, а так она стоит. Я еще одну новогоднюю коробочку нашла, но она по цвету нам не очень подходит. Короче, надо, чтобы все ребята пошли по ссылкам в описании, подписались на наш инстаграм и на наш канал и посмотрели наши ролики. А мы продолжим создавать новогоднее настроение на каналах.
А вы сегодня очень потрудились. Мы так устали, что нам пора кушать. Поставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь, сможешь первым увидеть наш ролик. Первым под ним оставить свой коммент. Значит, возможно, 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 он в наше видео вдруг попадет. С Новым годом вас! Да не нужно.